Одинцовские единороссы организовали тренировку по мини-футболу для детей из Барвихи. Занятия провели на стадионе местной школы в рамках партийного проекта «Старший брат», а также акции «Единая Россия тренирует», которая будет проходить в городах Подмосковья в течение месяца. Как рассказал депутат Совета депутатов Одинцовского округа Павел Бережанский, посетить тренировку смогли несколько десятков ребят. Футбольную разминку для мальчиков и девочек провел сотрудник местного физкультурно-оздоровительного комплекса Евгений Горбунов.